Всем подписчикам большой привет. Много в сети всяких видео по заточке ножей и решеток для мясорубок. Со временем вот этот механизм, решетка и нож, начинает мять мясо, то есть не рубит его, а мнет. За счет чего это получается? За счет того, что на решетке вот эти отверстия завальцовываются, края этих отверстий, и на ножах тупится сама режущая часть. Сейчас появились в продаже вот такие специальные камни для заточки ножей и решеток. Камни можно выписать на Алиэкспрессе. Чем они отличаются? Один идет с фиксацией для заточки ножей, специально фиксированная, у него есть выемка. И второй для заточки, значит, решеток, он с четырехгранным отверстием. Что нужно сделать для заточки ножей? Вы собираете вот такой узел, то есть ставите нож в четырехгранный, вместо решетки ставите камень, который фиксирован как раз вот этим пазом. И собираете винтом весь рабочий орган. Затягиваете винтом. У вас получается камень зафиксирован. Он стоит на месте. А нож подтягивается за счет гайки. То есть вы таким вот образом его ставите. И ставите его, этот механизм, в саму привод мясорубки. Вы ставите собранный с камнем привод в механический свой отсек, включаете мясорубку и постепенно подтягиваете, убираете слабину затягиванием гайки. 2-3 минуты. 2-3 минуты, и у вас нож заточен. То есть вы разбираете. Получается, что нож режущий, его идеально заточены. Для заточки решетки есть второй камень. То есть вы вместо ножа ставите вот такой четырехгранный камень с большим отверстием сюда. И точно так же собираете привод. То есть ставите, затем вставляете решетку, которая фиксируется. Пауза. Вы собираете собранный узел, ставите в привод, подтягиваете гайку, включаете на 2 минуты мясорубку. И точно так же постепенно выбираете слабину. Крутите 2 минуты и выключаете механизм. Разбираете потом его, вытаскиваете уже заточенную решетку. То есть за счет, видите, решетка у вас становится идеально заточенная. За счет вот этого второго камня. Таким образом можно добиться идеального сопряжения этих двух элементов, ножа и решетки, с помощью вот этих двух камней. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всего доброго.